Эй, Дэн, когда ты возвращаешься? The Outlaw! Когда ты вернешься? Да, как дела, Дэн? Сколько тебе лет? Мне всего лишь 34. 34? Так ты как раз на пике. Да, я в порядке. Да, у меня есть еще немного времени. Если честно, процесс уже пошел. Я должен увидеть, куда зашел наш спорт. Сейчас я полностью сфокусирован на работе комментатора и аналитика. Я люблю эту работу. Я люблю погружаться в поединок и разбирать его, фокусироваться именно на двух отдельных бойцах, а не на самом себе. Эти парни подтвердят вам, что когда ты готовишься к бою, ты можешь концентрироваться только на оппоненте и на себе. Ты не можешь исключить себя из этого. Но как только ты делаешь шаг назад, ты можешь ощутить всю красоту ММА. Так что я расстроен тем, что не могу быть бойцом, но счастлив в возможности отойти от всего этого сейчас. Так что, когда я снова буду в порядке... Я хочу сказать, что я люблю твои комментарии и смотрю бои с твоими комментариями каждый раз. Спасибо.